Возвращаясь к праздничным новостям, накануне закрытия Небесной ярмарки прошло еще одно значимое событие. Кунгурики, ветераны боевых действий, почтили память тех, кто отдал свою жизнь, защищая интересы России в локальных конфликтах. С подробностями прямо сейчас Леонид Манухин. В этом году программа «Встречи ветеранов» включает в себя не только митинг, но и специально подготовленные для зрителей выступления. Площадка возле памятника на несколько часов превращается в сцену. Для ветеранов выступают творческие коллективы города. Большую работу по организации праздника провел председатель Союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных. Как общественник, он всегда активно участвует в подготовке памятных и патриотических мероприятий в нашем городе, активно взаимодействуя со многими городскими организациями. Какая бы ни была горячая точка, русский солдат защищал интересы как своей страны, так и помогал другим государствам. Поздравляю вас всех с этим замечательным праздником. И хочу заявить, что данное мероприятие, памятное и праздничное, будет проходить ежегодно в это время, в этот час, на этом месте. С праздником! Несмотря на то, что День ветеранов боевых действий еще совсем молодой праздник, организаторы уверены, в нашем городе он станет традиционным и будет проводиться каждый год. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие для вас запомнится. И мы будем его проводить традиционно. С праздником! Всем удачи, всем здоровья, благополучия и пусть всегда будет над нами мирное небо, пусть всегда светит яркое солнце, поют птицы и звучит детский смех. Большим плюсом подобных встреч для ветеранов является возможность собраться всем вместе, вспомнить былое и почтить память товарищей, не вернувшихся с полей сражений. Леонид Манухин, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».